Сегодня разберем, как сделать проход две ноги, чтобы не попасть на гильотину. Вот мы стоим, боремся, я ему вот раз прохожу, я ему оказался вот здесь сбоку. Сейчас покажем чуть помедленнее. Вот если вы делаете проход, вот допустим я ему раз вот прошел, смотрите, здесь он автомат начинает вот хватать шею мою. Здесь я сразу, смотрите, меняю руки и левой ногой тоже шагаю вот в левую сторону. То есть вот какое движение. Это чуть подшагиваю сюда, смотрите, колено мое левое чуть сюда, видите? Левое колено прямо вот под его ногу, чтобы он никуда не шагнул. И стараюсь вот такое движение сделать, видите, как у меня рука, чтобы оказаться ему сбоку. Вот здесь уже возьмите боковой контроль. Здесь уже точно на гильотину не попадетесь. А так, если окажешь между ног, здесь он сразу же вот между ног, здесь он, если по, здесь, все, задушит вас. Есть еще такой вариант. Вот, например, вы ему прошли. Бывает, кто вот тоже взял на шею, смотрите, сразу же вот меняя руку, вот смотрите, левый тоже идет туда, только она идет вот за его ногу. То есть делаю вот такой вот, как бы зацеп. Вот такой зацеп и тоже иду на него. Прыгаю в бок, опять в бок. Если он вот здесь шею держит, вот в этот момент, вот шею держит, я вот смотрите, чуть можно оттянуть назад корпус, левую руку вытаскиваю, отсюда снимаю, левую руку вытаскиваю, ложу ему вот на шею ему и начинаю вот голову вытаскивать здесь.